Потап и Настя Каменских, которые недавно стали мужем и женой, больше не будут выступать вместе. Певица теперь строит свою карьеру под сценическим именем NK, а ее звездный супруг пойдет по собственной музыкальной дорожке, как исполнитель ПТП, об этом звезды официально объявили перед выходом в эфир шоу «Голос Крайни». Однако поклонникам знаменитого дуэта не стоит расстраиваться, ведь артисты приготовили для них немало приятных сюрпризов. В частности, на личной странице в Instagram Настя Каменских уже анонсировала премьеру новой песни. Музыкальную композицию под названием «Miami» певица записала не одна, а в компании двух горячих парней. Зажигательный кубинец Джейкоб Форевер, а также зарубежный рэпер с именем Елга Тойндия помогают Насте покорить мировой песенный Олимп. Готовы ли вы к этой всемирной коллаборации культур и ритмов? Спрашивает Каменских у своих подписчиков. Поначалу фанаты задавались вопросом, почему новоиспеченный супруг Потап позволяет своей избраннице оголяться без малейшего стеснения. Однако музыкант неоднократно признавался, что гордится своей красавицей женой. Именно поэтому он не запрещает Насте публиковать фотографии, на которых можно в мельчайших подробностях рассмотреть ее идеальное тело.